логично. Можно, можно разгонять, но не постоянно так держать, потому что в один год деревья могут так уйти на покой. Объем хранения. Там только хранить можно будет? Или какие-то переработка еще? В холодильнике, разумеется, можно только хранить. Помимо этого, строится рядом с холодильником специальный цех, в котором будет находиться линия по калибровке и сортировке яблока. Это суперсовременная технология, которая помогает откалибровать яблоко по размеру, по весу, по цвету, по форме, по наличию либо отсутствию там каких-то дефектов у яблока. Вот таким вот образом. Также там предусматриваются специализированные форсунки, которые дают возможность покрывать яблоко воском, потому что некоторые страны в мире предпочитают покупку яблок исключительно покрытых воском.